Ольга и Василий Грачевы воспитывают сыновей и дочерей, строят дом, а теперь все вместе посадили дерево. Так родилась их новая семейная традиция. Будем гордиться нашим деревом, конечно, будем за ним ухаживать. Ну, это очень почетно. Почетно, да. Я думаю, почетная миссия быть первыми в этой традиции. Мы стараемся всегда быть вместе. Делать все вместе. Делать все вместе. Помогать друг другу. Акция «Семейное дерево» стартовала в Приокском районе. Родители вместе с детьми высадили туи у памятника Петру и Февронии. В нашей семье 5 детей. Самому старшему, самому младшему сколько лет? Старшему 12, младшим парочке будет 3. Это даже важно для детей, то, что мы посадили дерево, мы будем за ним ухаживать, будем приходить смотреть, как оно растет, как развивается. Это сделала наша семья. Зародить новую традицию, высаживать семейные деревья – идея партии «Единая Россия». Они же помогли с посадочным материалом. Прекрасная инициатива. Одновременно с благоустройством аллеи любви в Приокском районе жители Приокского района, многодетные семьи, решили посадить деревья. Это означает, что дерево семьи. И у каждой семьи сегодня будет свое дерево. Очень хорошая традиция, которая будет сегодня заложена. Надеюсь, что и другие жители Приокского района ее тоже поддержат. Мы пригласили многодетные семьи на знаменательную площадку, которая посвящена любви, семейным ценностям. И то, что мы вместе с многодетными семьями участвовали в акции по сохранению и укреплению семейных традиций, это самое важное в нашем российском обществе на сегодняшний день. Акция, конечно, будет продолжаться. Мы будем приглашать больше и больше семей закупать деревья. Ну и, соответственно, вот я посмотрел, люди просто рады такому мероприятию. Оно действительно семейное Приокского района. Акция «Семейное дерево» будет продолжена. Юлия Калинина, Анастасия Рябова. Время новостей.